Можно приготовить вареники с самой разнообразной начинкой, с творогом, картофелем, ягодами, грибами или капустой. Я сегодня расскажу, как приготовить вареники с щавелем. Такие вареники можно готовить круглый год, используя замороженный щавель, но именно летом со свежим, они получаются особенно ароматными, сочными и вкусными. Несмотря на наличие сахара в начинке, вкус у таких вареников получается с легкой пикантной кислинкой. Очень вкусно подавать их со сметаной или с натуральным йогуртом. Количество сахара можете смело варьировать по своему вкусу. Блюдо получается не только вкусное и бюджетное, но и очень полезное. В сезон непременно попробуйте. Вода 150 мл. Соль 1 щепотка. Яйцо 1 штука. Растительное масло 1 столовая ложка. Мука 300-400 грамм. Щавель 500 грамм. Сахар 2/3 столовой экона. Количество порций 6-8. Подготовьте все ингредиенты. Щавель промойте, обрежьте стебли и обсушите. В глубокой миске соедините воду, соль, масло и яйцо. Частями добавьте муку. Замесите достаточно плотное и эластичное тесто. Соберите его в шар, накройте полотенцем и оставьте на 20-30 минут. Тем временем щавель измельчите ножом и выложите в сковороду. Протушите его под крышкой на небольшом огне в течение 3-5 минут. Щавель должен стать мягче и уменьшиться в объеме. Снимите щавель с огня, слейте излишки образовавшегося сока, посыпьте сахаром и перемешайте. Можно по желанию добавить кусочек сливочного масла. Начинка готова. От теста отщипните кусок и скатайте его колбаской. Нарежьте тесто небольшими кусочками. Затем каждый кусочек раскатайте в форме круга. Выложите в центр 1,5 часа L начинки. Аккуратно защипните края любым удобным способом. Таким образом сформируйте все вареники. Готовые вареники можно заморозить впрок или отварить сразу в горячей воде в течение 5-7 минут. Подавать вареники можно с сахаром, сметаной или сливочным маслом. Приятного аппетита!